В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Звук В указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Любая новая бизнес-идея, любой проект или изобретение может найти у носителей этого имени понимание. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Этим людям интересно заводить новые знакомства, путешествовать, заниматься спортом, а также они любят науку и искусство. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Владельцы этого имени рождены по числам 5 и управляются Меркурием. Звук У дает человеку активное воображение. Звук В в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.